Ребят, всем привет. Поставьте, пожалуйста, плюсы в чат, как слышно, как видно. Сейчас я звук себе добавлю. Как слышно. Сейчас буквально минуту подождем. А я как раз пока чего-нибудь чего-нибудь подготовлю. Так, сегодня 20 было. Так, что я сегодня торговала? Расскажу и рассказывайте, как у вас вообще дела. Давно мы с вами не виделись. Очень много интересных вещей, которые делаю в последнее время. Очень классных, крутых для развития нашего сообщества. Мы всей командой делаем, поэтому на связь выходит э, чаще мой ученик ныне уже коллега и наставник также нашего сообщества Игорь Костюк. Вот, чтобы вы все так же получали. Информацию касательно рынка он как раз готовится. Так, сейчас секунду. Так. Ничего не настроено, но, по крайней мере, я уже наконец-то. А -а -а, угу, в принципе, людей хватает. Опа, присоединились. Ну, давайте еще пару минут подождем подсоединила Подсоединили, точнее, мне вчера проводной интернет, и вот наконец-то я с вами. До этого торговала с Wi-Fi. Благо, у меня материнская плата это поддерживает. Игровая. Соберусь когда-нибудь, сделаю, сделаю э, обзор моего рабочего места. Сейчас еще квиковские графики подключу. Я вот буквально только-только успела к вам присоединиться. Как вообще вы оцениваете рынок? Там буквально пару предложений. Скажите, мне будет очень интересно узнать о том, как вы ощущаете текущий рынок. Пока вы пишете, со своей стороны скажу, ситуации на самом деле море, ситуации достаточно, но опять же вопрос ликвидности, вопрос на количество комиссий, которые уходят. Угу. Все, Куйковские графики. Подключились. Опа, я смотрю, по русалу были прострельчики небольшие. Они, по-моему, вообще маленькие. У меня просто вместо него сейчас детский мир стоит. И график детского мира с привода. Рынок достаточно неожиданный. Неожиданный активный. Пинги сильно поменялись. Рынок хороший. А, кстати, по поводу пингов мне самое интересно. Да, то есть я с Wi-Fi торговала. У меня было Сейчас скажу 68 миллисекунд. Сейчас 29, 27, 30, при условии того, что вечер, все вернулись как бы домой. И плюс за городом, здесь, конечно, связь чуть-чуть иногда хромает. Ну, в принципе, у меня, грубо говоря, ну, это тоже черта города, но это все равно за городом. Ну, грубо говоря, в городе, в Краснодаре, пинги, там, где-то, ну. 25, 26. Ну, короче, эти сотые доли секунд, они сильно не дают прироста. То есть, если вы самая быстрая рука на Диком Западе, то вы в любом случае будете оперативно заходить и выходить из позиции. Вам эти доли секунд абсолютно не помешают. Так же, как и мне. То есть, в принципе, я торговала, было 68. Ну, по сути, в два раза пинги уменьшились. Плюс еще э, подключили 50 мегабит скорость интернета. Но это, знаете, уже больше э, с жиру бесится, нежели, нежели прям такая лютая необходимость. Потому что при 150 мегабитах в секунду более чем... Нормальный интернет работал, при условии того, что я сидела с Wi-Fi. И если вы по проводному интернету подключены, у вас 100 мегабит, вот вам вот так вот с головой на самом деле хватит для развития. То есть, в принципе, неплохо. Ну, иногда проскакивают 42 миллисекунды. Ну, это скорее подвисает сама, э, с -с сама платформа немножко, возможно, подвисает. Так, я э у 12 волатильность дико не собирали, да, собирала, но к сожалению у меня нет записи. Давайте расскажу, как мой день сегодня начался. Кипучий, кипучий рынок, кипучая действительность рынка, или как, Текучая, кипучая, как же они сказали, кипучая действительность. Вроде так было. Кипучая действительность рынка. Блин, это просто надо... Фонд золотых. Цитат. Рынок ок, ситуаций много. Так, по евро немножко расскажу попозже. Видимо, никак, раз моржит, э, второй день. Э, значит, что-то делаете не так. Это все можно корректировать. И, в принципе можно с этого неплохо так и раскачаться. Что-то не так делаете, значит, нужно обратиться к наставнику или наставникам, в зависимости от того, как вы торгуете. Ну, сами, конечно, это... Я не верю в то, что можно прям самому быстро раскачаться. Вот, ну не верю. Я точно знаю, если бы я э, торговала самостоятельно, то я бы по итогу не расторговалась, потому что до этого я что-то три года еще до того, как начать зарабатывать с рынка, где-то там что-то пробовала. Ну, такое себе. Сейчас я ребятам своим в команду скину, ссылку все скинула. А, кипучая действительность. А, я слышал на мамбе клиринг. Торгов нет. А как торгуешь тогда? Клиринг идет с 18.45 до 19.05. Ой, клиринг начинается, то есть закрытие рынка в 18.45 по Москве. Я всегда говорю по Москве. Время а, в 19.05 после клиринга и фьючей уже, и валюты. А нет, валюта не выходит на клиринг. А после клиринга фьючей в 19.05 рынок открывается. Сейчас идет весен... весенняя, говорю, вечерняя сессия. Оговорилась, я уже сегодня много работаю, поэтому извиняюсь. Так ордеражи на серваке выставляются или у тебя тип скальпинга, при котором надо оперативно реагировать в моменте и нужен инет с низким пингом? конечно, нужен хороший интернет. Здесь идет прямое подключение к бирже, потому что я торгую через проптрейдинговую компанию. Четыре года занимаюсь скальпингом по стакану через проптрейдинговую компанию. Четыре года каждый раз говорю, ребята, я не спекулирую на своем собственном счете, я спекулирую на счете, который мне предоставляет проптрейдинговая компания. Делюсь процентом с прибыли, там отдаю 5% процентов с прибыли компании. И э, остальное, собственно, забираю себе. Сверхприбыль, которая остается, уже непосредственно инвестирую. То есть, если посмотреть... Сколько у меня сейчас покупательская способность? Да елки палки сейчас, секунду, что зависает. А, ну вот, то есть получается, мне покупательская проп-трейдинговая компания дает 30 миллионов покупательской способности. То есть, это 30 миллионов живых денег, фьючерсы 10 миллионов, и акции 20 миллионов. Я бы даже себе, наверное, по акциям немножко понизила, потому что я прям. Да, не хотя. Просто я котлечу очень сильно последнее время. Я прям на всю покупательскую способность захожу. Страха нет. А, вот. Почему стрим так поздно, когда уже закрытие скоро. Потому что в режиме онлайн у меня нет возможности. А, а вот, 18.40, все, биржа сейчас закрылась. Видите? Все, Сбер непонятки сейчас э, заявки выставляются для аукциона который будет через 10 минут то есть в 50 минут будет аукцион и все заявки сводятся в одну то есть э, когда вы не закрыли позицию в конце вы можете еще поторговать почему-то я думала уже что 1940 я дико извиняюсь конечно Ой, последнее время прям очень-очень много всего, очень много надо успеть, много проектов интересных для ребят, для команды, для себя в том числе. Сейчас тогда с вами посмотрим как раз открытие вечерки, может что-то интересное будет. И я сейчас безумно рада осознать, что я на вечерку успела через какого брокера торгуете, уже объяснила, через проб-трейдинговую компанию. Если есть вопросы по сотрудничеству с проб компанией, то пишите в личные сообщения, контакты есть мои в описании. Алена, можешь пояснить, <соспорядок> поясни за слова, как торговать под торговые алгоритмы, двигающие цену? Как определять их и правильно себя вести в сделке. А, вопрос звучит следующим образом. Алена, как научиться торговать? Это вопрос, который я за пять минут не расскажу. Там столько нюансов. Там один робот обновляшек, подставляшек, просто когда ставят банальную плотность. Там столько форматов того, как вы можете это отработать, что я даже за час не уложусь. Этому месяцами нужно учиться. Добрый вечер, ху... э, Игорь. Вот, наконец-то. Наконец-то мы с Игорем пересеклись. <coughs> Немножко наоборот. Теперь он в чате. Не хочешь подлонгете Роснефть? Там какой-то участник цену вниз двигал весь день. Э, Игорь, честно скажу, я не следила за Роснефтью. То есть, если там есть прям хорошая... А, вот сейчас вижу, да если там есть хорошая волатильность, то, как правило, давайте вместо чего? Давайте вместо ДВЕЦ. Ребята говорят ДВЕК, я говорю ДВЕЦ. Поставим рост нефти, посмотрим. Там по графику я смотрю, интересно. То есть какой-то алгоритм работал. Вот кто у меня спрашивал про алгоритмы. Сейчас вот так сделаем. Я правильно понимаю, это айсберг или просто продаваш был? Может быть, на вечерке он перестанет продавать, и действительно можно будет подлонгить, как себя РТС чувствует. Давайте посмотрим. Так. Ну, РТС неплохо вообще себя чувствует. То есть, в принципе, можно рассмотреть вариант. Так, а что у нас по нефти? Нефть 94 торгуется. Ну, по идее, да, можно поискать. Вот тут по графику видно. Вот здесь по-любому айсберг. Заявка была. Вот здесь, вот здесь. Здесь уже не знаю. Да, давайте посмотрим. Может быть, действительно что-то интересное будет. Будем смотреть. Так, давайте я себя немножко вниз вот так уберу, чтобы вам график было видно. Так. Здравствуйте все. Олег, привет. Николай, привет. Покажешь свои настройки привода? Что все 80 стаканов? Или сколько? А, нет, 40. Нет, не 40. 38 38 <laughs> э, стаканов. Ну, сейчас могу показать 20. Я не знаю, вы, наверное, ничего не увидите. Давайте я вот так вот сделаю. Это один из моих экранов. У меня таких два на фонду. Ничего, естественно, не будет видно. Поэтому я делаю вот таким образом. Та да, еще, конечно, заморочка, но... давайте вот так вот ртс вот так все посмотрим алена какой ник у тебя в пропе не знаю они всегда меняются они не привязываются но сейчас немножко неприличный ник там букву не дописали специально ну, я вторая сейчас по счету. Один чувак меня обогнал. Два ляма заработал. Добрый день, рад видеть. Взаимно. Я тоже очень рада. А что было по детскому миру? Есть запись. И Паул Росси, как получился убыток? А, да, сейчас попробую вам показать. Ну, Паул по Росси, я объяснила коротко, в чем была суть. Я там тысяч двадцать отдала не критично. А на спреде большими объемами не разгуляешься. Какие обычно объемы в этой точке входа в реальной торговле, не учебной? А, конкретно в какой из тех, которые я говорила? Ну такие точки, конечно, которые я торгую, это уже далеко не сбор спреда. Хотя вот по евро сегодня с утра было такое, что это очень сильно было похоже на сбор спреда. Так, пишут Айс, да, Айсберг задвигал, Айсберг уже продал 1,3 миллиона бумаг. Ну, сколько он продал, не особо, мне кажется, важно. Бумаг или лотов? Это разные вещи, Владислав. Давайте сейчас посмотрим по кластерам. По кластерам прошло сегодня 8 миллионов лотов. Ну, видимо, лотов, значит, вы говорили. Хорошо, если видишь по кластерам, что грузится кто-то или сливает. В каких ситуациях там ищешь для себя сетап? Я не слежу только за кластерами. Я анализирую полностью биржевой стакан. Торгуешь от зоны накопления распределения? Нет. Какие-то вопросы странные, вы точно скальпингом по стакану не занимаетесь, если такие вопросы задаете. Алена, можешь передвинуть себя, а то стакан не видно. А, я так понимаю, вы хотите смотреть Роснефть. Окей. Почему смотришь РТС, а не просто индекс на Морсбирже? РТС же валюта, индекс. По сути, это то же самое. А, какая разница? РТС растет. Я смотрю, что там, допустим, сначала Сбер Сегодня с Газпромом начали припадать, за ними потянулись все остальные инструменты, РТС начал падать. Все, тут э, логики другой больше нет. РТС не может расти, если рынок падает. Мне достаточно поставить РТС. Причем дополнительно, если индекс мы не можем торговать э, с точки зрения стакана Т плюс 2, сейчас, по-моему, Т плюс 1 уже сделали. Э, то как раз таки РТС, если там будет точка входа, я могу еще и поторговать. То есть помимо такого условного квази-индикатора, э -э я еще дополнительно экономлю место для стакана инструмента, который я могу, собственно, тоже торгануть и что-то там заработать или потерять. Подскажите, пожалуйста, как вы пользуетесь графиками во время скальпинга? А Мое использование графика сводится в основном к такому моменту. Не купить хаи, не продать лаи. Все. Алена, привет. Как отбирать инструменты для сбора спреда? Что должно быть в инструменте? Для чего быть не должно для принятия решения сбора спреда? Понимаю, что должен быть сам спред. Но это первое. Второе, ну, если задают такие вопросы, значит новичок. Вот здесь вот берете, нажимаете Акции, так, UBR, стоимость, шага, цены. Вот все инструменты в зависимости от просадки. Вот выбираете, смотрите, где есть. То есть это дешевые инструменты, которые можно взять для того, чтобы тренироваться. Ничего себе, какие люди. У-у-у, Санек, а знаешь, что я хочу сделать? Ты сейчас э -э будешь в восторге. Ты сейчас... будешь в восторге. Мое, так сказать, почтение. Подскажи, пожалуйста, пример настройки стакана Роснефти. Хорошо, давайте его возьмем. Мы все с вами никак не можем перейти к записи. Ладно, чуть-чуть попозже. Пока я поотвечаю на ваши вопросы, потом посмотрим открытие и И включу вот заполнение строки объема 30 30 60 тики меньше 51 я не смотрю то есть копеечные я смотрю большие тики но если вы новичок то так ставить не надо потому что как раз таки если вы торгуете 2 3 5 лотов эти 50 будут вам очень важны ну, вот такие вот настройки ну и как бы такое объем, которым можно захимичить 500 лотов. Ну, в основном захожу, конечно, там раза в два, в три больше. Так. Там нет разницы. А, один лот равен на одной акции. Окей, поняла. Ну, чтобы ребята не путались. Я имел в виду на спреде, какие объемы самые мизерные. Сбор спреда – это упражнение, которое мы даем начинающим трейдерам для того, чтобы они осваивали рынок. Один лот, одна бумага. Ага, все, поняла. Лена, привет, скажи, что нужно, чтобы взял в команду в поиске таланта по итогам месяца. Достаточно одним лотом торговать не превыша Обязательно несколько тикетов. Тикеров, а не тикетов. Ну, я поняла. А... Давайте вопрос данный оставим. Кто у нас завтра дежурный наставник? Вы можете задать эти вопросы дежурным наставникам. Сейчас скажу, кто завтра. Сегодня. Вот, завтра Сашка Гусев. Очень крутой трейдер. 9 лет в трейдинге. Вот его можете задолбить вопросами. Даю вам разрешение. Саша, прости меня, пожалуйста. Всем хорошего вечера. Алена Хороших Торгов вернулся к торговле после отпуска почти трехнедельного. Рынок поменялся немного некомфортно, но привыкаю. Ситуации на самом деле много. Да, есть такой момент. Ну, в принципе, ты хорошо держишься. Просто ты, видимо, хочешь зарабатывать 50 тысяч, а зарабатываешь 10 и расстраиваешься. Андроник, у тебя как-то так сейчас. <laughs> ну, плюс-минус. Я на крипте шпилю и стакан использую наравне с графиком, поэтому интересуюсь мамбой, как там торговать. А, здесь больше стаканных неэффективностей. Они более понятные, поэтому я предпочтение отдаю Мосбирже. Если я те же деньги могу заработать на Мосбирже то как бы, ну, крипта просто на 24 на 7 торгуется, мне это очень не нравится, и я приняла решение, кроме как в дневное время крипту не смотреть, а все основ... основные сливы, пампы, они либо внезапно происходят, либо ночью, как назло. Я в 21 году уже насиделась за криптой и днем, и ночью, сбила к чертовой матери график, нет, нет, не то поэтому поэтому я больше на биржа сейчас крипта да ходит но такое такое у меня больше стаканная торговля там стаканная торговля сейчас не очень работает про индекс IMOX и фьючерс на RTS я уже рассказала Добрый вечер. Как для вас новость о том, что Мосбиржа разрешит айсберги на валюте? Сергей, айсберги на валюте э, существуют столько, сколько я торгую. Не совсем поняла, к чему это. Айсберги на валюте. Я же э, делала, посмотрите последние ролики, где я показывала Айсберг. Как его отрабатывать? Брала в сравнение то ли Сигежу, то ли этот. Акции Мосбиржи. Вот сейчас, кстати, аукцион идет. Видите, можно заявку по одной цене выставлять. Ну, то есть, э -э, грубо говоря, не успели закрыться. Еще можно э -э, закрыться на аукционе после закрытия рынка. Сейчас аукцион закончится, начнется клиринг. По сути, когда вы торгуете то, что вы там, ну, допустим, я да, заработала, у меня сейчас этих денег, можно сказать, нету. Они зачисляются все на клиринге. То есть сейчас это просто цифра. Вот. Такие вот особенности биржи. Правильно понимаю, что сбор спреда лучше делать на боковом рынке. Нет. А для вас разницы на самом деле нет. Главное, чтобы был спред и была волатильность. А также, если тренд рынка лонг, собираем тренд только от, спред только от лонга и наоборот. По-разному, опять же, очень много опций. У нас в курсе есть подробнейший разбор, как э, собирать спред и, собственно, отходить от э, тезисов данного урока не нужно. Самое главное, чтобы был спред, была минимальная волатильность, и в идеале была бы какая-нибудь там, допустим, плотность, которую. Да снимайся, ты а, от которой можно было бы собирать спред. С коротким стопом. Алена, как вы считаете, скальпинг это перспективное занятие, или все равно алгоритмы победят? Вы точно не из нашего сообщества. Мы алгоритмы абьюзим для того, чтобы неэффективности собирать, а вы говорите, алгоритмы победят. Ну, когда победят, стану уже полностью инвестором. Привет, Алена. Как всегда, все по делу. Жаль, что я не с вами. Очень жаль. Бывает. Алена читает мысли. Хочу, конечно, 50, но цель всегда полпросадки, чтобы не расстраиваться. Но у тебя уже амбиции выросли. Понятное дело, тебе уже там какие-нибудь тысяча рублей, уже не деньги. Надо больше гораздо. Кстати, Андроник, давай-ка я посмотрю, какая у тебя статистика. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, то есть, то, что ты сегодня взял 13 тысяч, для тебя не деньги сейчас. Хочется больше. Бывает, бывает. Привет, Алена. Так. Э, так. Э, наверное, говорится, прайсы по валютным свопам вроде. Мы все равно это не торгуем. Новость в нем была. Ну, видимо, поэтому я не знаю, потому что это не относится конкретно к теме скальпинга, которой мы занимаемся. Ален, привет. Леня, привет. Как у тебя сегодня дела? Удалось ли взять сегодня евро? По поводу евро с утра, смотрите, была такая ситуация. По евро переставляли 4 тысячи лотов. Я зашла лотов. Э, сейчас скажу. Я зашла на 600 лотов. И меня на 600 лотов по евро 923, в общем, растащила. Где я заходила? Сейчас посмотрю. И растащила на 50 тысяч сразу же. Потому что я хотела включить запись. Я хотела включить запись, а по итогу меня раскатала. Ну вот, сегодня в районе 9.45 торговала. Вот, здесь отдала 50 где-то тысяч. По итогу, по итогу мне удалось это все вернуть. А, ну вот эти минус 12 это уже на другом инструменте, кажется. Сейчас посмотрю. А, уже нет данных. Ну ладно. Ну, в общем, почти полностью отбилась. Там пыталась еще сишку торговать, по сишке немного налосила. Ну, в общем, суть такая, что здесь с утра были ситуации, которые можно было поторговать. Вот, пробовала, собственно, и отбилась. А как раз таки хотела эту сделку записать и не получилось. Отвлеклась буквально на 2 секунды. Плотность проедает и мне сразу дает э, огромного жирного лося. Поэтому я вам сейчас покажу... Покажу... А, давайте я вам покажу, как меня размотало на детском мире. Сейчас давайте через 4 минуты размотала на минус 40 тысяч, но потом отбилась и еще где-то 170 взяла. Хорошая была ситуация, тоже не успела. А, у меня сегодня какой-то день кривых рук на самом деле. То есть не столько, не столько я тяну убытки, сколько... Сколько вот... Вот, вот где-то вот не успеваю сегодня, в общем. Так, нормально, 10к взял. Вот, вот, Андроник, видишь, человек 10к взял и суперски себя чувствует. Ты недоволен. Ладно, я шучу, если что. Просто я когда с вами, ну, с командой достаточно активно общаюсь, я начинаю понимать, у кого какие с психологической точки зрения там те же амбиции, сколько энергии, что больше подходит. Порой даже в торговле чувствуется неуверенность, которая может быть следствием более глубинных каких-то проблем. Сейчас скажу очень такое клише, да, там банально травм детства и так далее. А... Так, я попросил бы 13. Это без фьючей. А, то есть ты еще фьючей взял? Видимо, уже обновилась. Ну, поздравляю. По евро перекладка была с 9 на 12. Да. И довольно-таки прикольная. И на этой перекладке на самом тупом моменте я отдала 50 косарей. вы скальпите ММВБ или Интрадей. Вопрос из разряда... Вы скальпите ММВБ или Интрадей? Вопрос из разряда... Вы кушаете мороженое или смотрите сериал? ММВБ это московская биржа. Ее можно и скальпить, и интрадей торговать, и дейтрейд сделки делать, и инвестировать просто не торгуя. Интрадей сделки на Мосбирже я делаю, но не часто. Чаще всего я скальплю на ММВБ. Надеюсь, этот момент, ну, будет теперь понятен, в чем разница. Алена, если отложками заходить и выходить. Комиссия по рынку. Да, комиссия по рынку. Я за это от ложки терпеть не могу. Если уж отдавать комиссию, то своими руками ее набивать. У меня сегодня тоже руки кривые. Сколько отдали, Александр? Надеюсь, что не отдали, а просто чуть меньше заработали, чем хотелось бы. У меня тоже сегодня руки кривые. Часов до 15 я сидела за компьютером, с 10 до 15 я, по сути, не вылазила. И я, если честно, не хочу так. Я не хочу столько торговать, столько сидеть за компьютером ради 100-150 тысяч. Пусть я буду делать свои 50, но дожидаться нормальной. Давайте я попробую зайти. Чем черт не шутит? На маленький объем. Посмотрим. Ну, потянем лося, значит, потянем лося. Все, открылась вечерняя сессия. Можем торговать вечернюю сессию. Валюта, к сожалению, не торгуется. Очень-очень жаль. На девятке э, в шорт поставил на 12. Так, 4. через час примерно, а я в двенашку зашел, размотал сразу на 40, печально. Блин. А у меня дело в том, что вообще 12-й не стоял. Вот в чем прикол. Я торгую буквально полнедели. То есть до этого два месяца вообще не торговала. И я вообще напрочь забыла, что сегодня перекладка должна быть, по идее. К сожалению. можно понять поинтерес... так можно поинтересоваться на что ты копишь есть какая-то мечта которую можно реализовать деньгами М -м -м, на самом деле нету я уже все купила все что хотела честно то есть мне 100 тысяч в месяц вот просто чистыми мне за глаза хватает у меня нет потребности там покупать дорогие машины, еще что-то. То есть у меня машины до сих пор нет. Хотя я ее могла уже себе сто пятьсот раз купить. Просто я посчитала, что мне рентабельнее там 15-20 тысяч рублей отдавать за такси. Ну, раньше я достаточно долго, часто моталась куда-то там по вопросам разным. Проще мотаться куда-то, чем Купить машину, то есть вложить там 2-3 миллиона, плюс еще не. Все-таки он еще работает. Опа. Ты что, спуфишь? Ты что, спуфишь? Да, спуфят. Да, ну тебя. Эки какой, ты смотри. Сейчас попробуем перезайти. Может быть, это уже финалочка ниже перезашло. Давайте вот так сделаем, чтобы два раза не кликать. Не, это походу не финалочка. Подставляется. Чувак, ну не спуф, но блин, вот вот эти тридцатка. Ну зачем ты это делаешь? Терпеть не могу с пуфаков, потому что по итогу получается такая ситуация, что э, они выставляются, там ставится какая-нибудь плотность, ну, так как у меня цели немножко другие, поэтому я не вышла в плотность. В итоге все набираются, потом он убирается, все начинают тут же скидываться. Ну, нафига ты так делаешь? Ты же видишь, сколько хомяков в стакане, ну, елки-палки. Одно дело там, ну, блин, не знаю, хочешь ты поддавить, но ну, поддавить чутка. Но ну, ты ставишь сорокет, и начинают все, кому не лень, заходить. Или он так пытается закрыться. Фиг его знает. Взял, скрутился. Вот смысл какой был. Ой, блин. Трудовые будни. Я часто с графиками разговариваю, со стаканами. С биржевыми в смысле. Ну, попробуем, вытянем. Чё, не вытянем, значит, окей. Хочется очень добавиться, но не уверена. Хотя, в принципе... По идее, крупные участники, они вечером уже не торгуют, поэтому Игорь интересную штуку подсказал. И да, ее стоит попробовать. Но, к сожалению, из-за того, что я за Роснефтью не следила, то есть я не видела, что он делает, а мне нужно видеть, чтобы запомнить и примерно прикинуть. Поэтому я... По сути, сейчас захожу, исходя из того, что я вижу на графике. А на графике я видела, что там айсберг переставлялся. Давайте еще добавимся. Что-то мне на тысячу неинтересно стоять. Что-то так раскидаемся. Ну, сейчас не пойдет, тогда закроюсь и, и ладно. В принципе, неплохой результат все равно за день. Вот. Э, Насчет целей, целей, целей. Ну, может быть, машину куплю, потому что сейчас действительно появилась необходимость. Но сначала надо сдать на права. Смотрела себе этот квадрокоптер какой-нибудь. Такой хороший, прям. Но он мне нафиг не нужен. Плюс еще вот эти вот нюансы, там можно летать, там нельзя летать. Что я еще смотрела? Ну, приставку раньше мечтала купить. Приставка у меня есть. Что еще? Где жить есть. Все свое. А напишите вообще вот какие у вас есть мечты, ага, которые вы хотите реализовать благодаря трейдингу. Я вот задумалась, на самом деле у меня больше знаете ну то есть я довольствуюсь малым и мне прям вообще по кайфу. При этом я в любой момент могу съездить там, куда хочу. Ну, мне особо никуда и не надо. Сейчас, по крайней мере, и так хватает всяких дел. Даже проекты, которые мы мутим э, в нашем сообществе. а ну все. А -а -а. Что-то отдала. Сколько отдала? Так, сейчас посмотрю. А у меня этого Роснефти вообще не было. Роснефть. 3000, 3600 отдала. Эээ. Фу-фу-фу. Ладно. <coughs> ну чё. Горным... Так. Вот это кто... -то, это тот, кто скачал мамбу. <laughs> Возможно. Другие терминалы юзаешь? Нет. Кроме метаскальпа и привода нет. Даже сискальп не использую. Остальные предлагали партнерские программы, но мне это не интересно. Потому что мы сейчас свое делаем под себя, все, чтобы прям четенько было. Горным отдыхом не увлекаешься. Увлекалась. Сейчас э, я хожу на тренировки три раза в неделю. Это вот как раз для таких эмоций. Главное полностью не переехать в мир графиков и стаканов. А, без вариантов. У меня для этого есть э, обязанности по проектам различным. Поэтому даже особо поторговать весь день просидеть не получается. Вот сегодня просидела, но мне это капец как не нравится. Явта, дом у моря нет. На море, если надо, прекрасно. Кемпинг, палатки. Яхта мне тоже нафиг не нужна. Ну, типа, зачем? Мы он были, когда в Сочи с ребятами виделись, арендовали. Ну, они уже без меня были, потому что мне что-то не понравилось. Я по итогу домой поехала. Мне не очень нравится Сочи. Там постоянно летом тесно. Как, не знаю, как, как шпроты все загорают. Не люблю большое скопление людей. Вот. Ну и ребята арендовывали яхту, катались. То есть э, нафига иметь яхту, которую надо обслуживать, если в любой момент ее можно арендовать. И, кстати, я считаю, более чем разумным. Есть ребята, которые арендуют различные дорогие машины. Там на день, на два, на три там покатались, окей, прикольно. Э, взяли, арендовали другую. Вот я больше такой позиции. Нафига покупать свою машину? если можно там арендовать, покататься. Ну, кому это нравится, конечно. Недвижка в Таиланде. Зачем? Я нахожусь в другом конце мира, и вот буду я заморачиваться. А, это, это вы. Это вы уже. Недвижка в Таиланде. Все, я же задавала вопрос, кто что хочет. Закрыть ипотеку. 8К монитор. Нафиг он мне не нужен. Ну, прям от слова совсем. Евгений хочет дом на берегу моря, научиться торговать, ипотека и детей поднять, благотворительностью заняться. Быть финансово независимым. Бескорыстная искренняя любовь к денежным знакам побуждает к работе. А... я бы не сказала. Тут скорее, допустим, у меня цель такая, во что бы то ни стало, выжить в рынке как можно дольше. Вот, потому что я не верю, что всю жизнь можно заниматься скальпингом. Объективно этому не верю ипотеку закрыть. Смотрите, ребята, очень много пишете про то, чтобы закрыть ипотеку. Когда вы приходите в трейдинг, первое, что вы должны понять, что вы свои финансовые проблемы трейдингом не решите. Если вы подсознательно даже понимаете, что вы хотите просто банально базовые потребности закрыть через трейдинг, то большая вероятность того, что у вас ничего не получится. У ребят всегда разная мотивация. Продумайте это хорошо. Допустим, у меня в свое время была мотивация просто уйти с наемной работы, потому что я терпеть не могла вот эти поездки в автобусе, сидеть там с коллегами, что-то они там обсуждают, и ты дома не находишься, приезжаешь уставшая. Еще в Краснодаре с дорожным трафиком вообще кошмар. Поэтому работать из дома это идеальное, что можно придумать в Краснодаре конкретно. То есть даже когда мы пробовали открывать офис, это тоже вот эти поездки, 40-50 минут куда-то впустую. Да лучше сериальчик за это время посмотреть или там, не знаю, пообщаться с друзьями, пообщаться с семьей, там, с мамой, не знаю, с сестрой чем вот эти вот 40-50 минут ехать где-то по пробкам, ну, в общем, такое себе. Для меня это стало основным триггером того, что я понимала, что на наемной работе она как бы вот, знаете, немного, несколько стесняет. Особенно недавно узнала такое понятие, по-моему, директивный менеджмент называется. То есть, когда тебе руководитель дал задание, и как хочешь. Работай, как хочешь. Главное, чтобы была цель. Во многих корпоративных культурах принято именно такое. Руководитель дал задание, а ты дальше крути, верти, как можешь. А если не сделал, если ты не знаешь, как сделать, то ты еще и потом по шапке получишь. И это присутствует во многих наемных работах. Нету, то есть, команды. И когда я попала вот в это сообщество, помимо того, что каждый из нас является трейдером, еще есть такой момент, то что каждому из нас, скорее, развитие нашего сообщества, учеников, это больше как хобби. Такое, не напряжное. Потому что если оно становится напряжным, мы просто уходим в отпуск. И основная мотивация была не именно деньги, а скорее перспективы развития вообще в целом, потому что не только трейдинг, но и там инвестирование изучать, заниматься с учениками. И самое главное это время, то есть я всегда об этом говорю, то есть иметь возможность себе принадлежать. Вот не хочешь ты сегодня торговать, никто тебя не заставит, вот ты лежишь и лежишь на диване агрессивно, очень агрессивно лежишь, отдыхаешь. И никто тебе ничего не скажет. На наемной работе такого нет. А как мне узнать, не лохотрон ли ваша ММВБ? Не знаю, он Набиулина и спросите. Там, может быть, она что подскажет. В ЦБ там ММВБ, лохотрон, не лохотрон. У тебя есть копейка, чтобы была возможность а, у тебя есть котейка, чтобы была возможность пожмякать пушистая пузо? У меня нет, но у меня есть люди, у которых можно пожмякать пушистая пузо котейки и при этом не страдать от уборки шерсти. Переложился. Я переложился в 12.23. А для какой цели? Вы, то есть, держите как позиционно, что ли? или для чего, или как. Думаете, то, что евро вырастет, поэтому фьюч купили? Просто мы на перекладке зарабатываем, но мы на перекладке зарабатываем в течение дня, когда там крупные участники заходят и выходят. Либо перекладываются. А так, ну, на долгосрок не держим. Китайский электрический фургон, на котором можно заночевать на побережье у озера после рыбалки. Ну, кемпинг опять же присутствует, поэтому с этим с этим у меня вообще проблем нету. Самое лучшее, что мне дает э, трейдинг, это возможность э, просто в любой момент захотеть собраться и реально поехать на берег моря. Было бы желание. Можно купить квартиру технологичную, машину купить по типу Audi. Ух, кайф. Не, я этого не понимаю, если честно. Ну, может быть, потому что у меня нету еще первой машины, поэтому я Audi не хочу. Но первую машину я Audi точно не буду покупать. Я буду покупать поддержанную чисто по повозку. Все самые классные гаджеты на макароне по максималке спрыгнуть наконец-то с парашютом попробовать много развлечений а... не знаю ну хорошо если это вас мотивирует потому что для меня вот это гаджеты ну то есть там купила я себе телефон я с ним буду ходить пока он не сломается мне вообще на это по барабану. Вот, кстати, насчет парашюта я в Краснодаре пробовала выяснить, но так как сейчас у нас небо закрыто, это нужно аж в минеральные воды ехать, а это 6 часов на машине. Мне в облом 6 часов ехать, только чтобы спрыгнуть с парашюта, если честно. Трейдинг даст возможность больше времени проводить с семьей и близкими. Есть такой момент, но опять же здесь нужен баланс, потому что, допустим, сегодня вот с 10 до 15, по сути 5 часов, я вообще не вставала с компьютера и очень устала. Поэтому трейдинг это тоже такая вещь, которая очень сильно затягивает. Да, я очень хочу свалить с наемной работы. Будем надеяться, что все получится. Тоже хочу уйти с наемной работы. Да, на наемной работе, потому что как бы ты получаешь и за себя от руководителя, и за свою команду, и за всех. А здесь только ты за результат отвечаешь. Но опять же, бывают ученики, которые искренне верят, что маркетмейкер, их несчастные 5 или 50 лотов по Роснефти пытается э, закрыть в убыток. Что это не они куда-то не туда вошли, а что это маркетмейкер такой нехороший. Да, у маркетмейкеров свои моменты, но наши копейки им э, не нужны. Наши с вами. помочь самым близким, возможно, они захотят какие-нибудь бизнесы сделать. Я вот для себя поняла, что если близкие что-то хотят, то пускай реализуют и будут счастливы тем, что они сами реализовали. Другое дело, если человек к тебе обращается прям за помощью, говорит, давай ты вложишься, а я вот это, вот это, вот это. Тогда это другой вопрос. потому что здесь есть тоже такой элемент э, самореализации через помощь близким я это как никто понимаю тоже в свое время приходилось очень много помогать, но это выжигает потому что э, грубо говоря там есть у вас доход там к примеру который вы зарабатываете с рынка и вы понимаете что часть этого дохода уходит кому-то. Тут же опять вопрос, если это дети, окей, но если это люди, у которых есть ноги, руки, эти люди могут сами что-то наладить, либо же предложить вам какой-то вариант, какую-то идею бизнеса, которую они будут готовы взять в управление, а вы будете больше как инвестор. Я думала на самом деле по поводу бизнеса, но рентабельнее, чем обучение учеников, и получение пассивного потом э, дохода с них, именно процент с прибыли, то есть то, что они платят проп-трейдинговой компании, в том числе и я, да, мой наставник получает процент с прибыли, я получаю процент с прибыли, часть этого процента со своих учеников, и это уже те деньги, которые там, ну, спокойно можно там через пару-тройку месяцев машину купить грубо говоря, это куда более рентабельно, чем вкладываться в бизнес. Потому что здесь, по сути, развитие идет. Ты человека берешь с нуля, человек тебе заплатил за обучение, чтобы ты с ним полгода возилась, ты с ним возишься. Да, есть такой момент, что, как правило, половина точно отсеивается в течение полгода, полугода, года. Вот. Но остальные приносят очень-очень хорошие дивиденды. Поэтому бизнес такой, если честно, ребят. Так, эм, продвижение каких-то технологий. Но если у вас есть идеи, это очень круто. У меня в свое время, когда еще в Краснодаре не было самокатов и велосипедов, была идея это было в семнадцатом году, была идея как раз вот аренды вот этих самокатов, то есть я предлагала своему молодому человеку, говорю, давай чего-нибудь такое замутим, но зарплата у меня была, дай бог, тысяч тридцать. И что вы думаете? Через полгода-год они впервые начали появляться у нас в городе. Насколько это рентабельно, до сих пор не знаю, но судя по количеству самокатов, велосипедов, видимо, неплохо. Причем я на тот момент не была осведомлена в том, что это уже давно развито там, в Европе, допустим, в той же, в теплых странах. Агрессивный отдых на диване – это жестко, да. Но у меня не получается, к сожалению, я трудоголик. Это нехорошо, это плохо. Как пробить моральный потолок застопорился на одном уровне и ушел в откат. что делать? В зависимости от того какой ваш был уровень дохода и какой допустим сейчас потому что пальцем в небо вот я был вот здесь а был вот здесь не давая конкретных ориентиров я к сожалению не смогу э, внятно ответить лучше агрессивный отдых на диване, чем агрессивный впахинг на работе. Тоже как вариант. НЛМК. НЛМК я смотрю, но там ничего нету. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Обязательно подписывайтесь в Телеграм. Он будет э, по ссылке в описании. Чуть позже я сделаю анонс конкурса, который хочу, кстати, провести. Вот, чуть не забыла. Самое главное. Конкурс. Будет разыгрываться, к сожалению, сейчас не смогу притащить, будет разыгрываться микрофон, очень хороший. И второе, третье место получат дополнительную покупательскую способность на свой счет. Если вы являетесь участником сообщества Kinglab, у вас есть счет, есть вариант поучаствовать. Чуть позже обозначу условия конкурса. Поэтому в Телеграме ожидайте. Владеешь иностранными языками, английским немножко. Какое у тебя образование высшее Моя мечта послать всех на работе. Жестко. Купи себе робот-пылесос, если его еще у тебя нет. Да ты что? Что, Михаил, я уже скрипты купила себе тогда еще, когда, три года назад, что ли. Пылесос последнего поколения, робот-пылесос. Сейчас-то он устарел? Три? Три года назад? Нет, два. Два года назад. Штука отличная, экономит время на уборку среди недель. Так что да, я уже заценила все прелести автоматизации вот этих рутинных процессов. Трейдинг это просто, надо делать прибыльные сделки, а, у, а убыточные не делать, и все будет хорошо. Я даже закреплю это сообщение. Спасибо большое, Павел, очень крутая мысль про инвестировать в близких. Так, знакомые маркетосы, можешь, пожалуйста, замутить интервью с кем-нибудь из них? Очень было бы интересно послушать прям долгое интервью, с возможностью задать вопросы к гостям. Нет, пока. Пока приоритеты немножко другие. Такого человека искать пока не буду. На примете, если быстро сказать, нет, нету. А... Да, на самом деле, Ален, все, при... все приземленные. Как сказал Нарек, самый легкий лифт к доходу 100к это скальпинг. В моем захолусте это огромные деньжища. Ну, в принципе, свои стока можно спокойно. Так, на ну, увлекаешься модой. Я похожа на человека, который увлекается модой. Я похожа на человека, мне кажется, который просто наденет то, что удобно, и пойдет потому, что удобно. Потому что вертела я это все, если честно. Мозги не тем просто забиты. Так, каким креслом пользуешься? Оно откидывается. Массаж есть? Нет, это кресло я покупала еще. Три года назад оно стоило 5000, сейчас не знаю, оно максимально простое, вообще копеечное, грубо говоря, но оно для меня удобное. Проблема. Так, все, ребят, заговаривайте мне зубы. Мне надо вам сделки показать. В общем, сейчас... сейчас буду показывать. В общем, проблема в том, что у меня маленький рост, и по этой причине мне большинство кресел не подходят. Вот эти крутые геймерские они для меня вообще ни о чем. Я лайк аж с двух аккаунтов поставил. Спасибо большое. Потребляешь алкоголь? Какие-то личные вопросы пошли. Так, привет. Расскажи про свой самый профитный сетап. Вот сейчас покажу, который у меня сегодня был. Сначала он был убыточный, потом профитный в моменте, конечно, жесткое лося перетянула. А все почему? Потому что я сегодня два раза на этом лоханулась, потому что отвлеклась, отвлеклась, видимо, не выспалась. В общем, есть такая тема, и она есть, кстати, на крипте называется планки. Планки это, грубо говоря, потолок такой стеклянный потолок, назовем его так, биржи, когда Заявки э, перестают выставляться. То есть в ланге выше, чем 81,36, я уже выставить не могу. Э, беда в том, то, что планки это либо морж, либо порш. То есть морж либо вы берете жесткий убыток, либо порш очень хорошую прибыль. И я рассчитывала на то, что на новостях детский мир о том, что они выкупили акции чуть ли не 50% у миноритариев, улетит еще выше, потому что так и неплохо подставляли на самом деле. Я накручиваюсь в планку, но, к сожалению, сейчас будет ахтунг. В итоге набираюсь... Сейчас скорость побольше поставлю. Вот по самолету в небольшой пролив заходила на маленький объем. Но сейчас меня потянет. А почему все? А потому что у нас как раз таки в этот момент по РТС начался жесткий слив. Вот это вот прям его начало, можно сказать. По графику даже сегодня, вот сегодняшнему посмотрите. Так, смотрим дальше. Отваливается, опять встает. Я ничего не делаю. Стою. И сейчас вот я походу отвлекаюсь. Я, если честно, уже сама не помню. Накрутили 80 тысяч. Это неплохой объем для детского мира, но меня очень сильно напрягало. Очень сильно. И зря я свою интуицию не послушала. Очень хотелось заработать, но небезопасно очень заходил. Смотрите, как RTS провалился по итогу. Когда я вам в прошлый раз показываю RTS, он был где-то здесь. То есть это очень жесткое движение, на самом деле, для RTS за буквально пятиминутку. И сейчас будет... Ах, вроде... А, вот, вот, вот. Я убираю. И не успеваю закрыться. Давайте в замедленной съемке посмотрим. Так. Я поставила 0,5. То есть я убираю заявки. Принт прошел. Убираю заявки. Начинает скручиваться. Думаю, ну вот, заж зажала Alt, чтобы закрыть весь объем. Отвлеклась на график. Да, я отвлеклась на график посмотреть. То есть у меня мышка, если вы обратили внимание, была наверху. И вниз спускаюсь, и не успеваю закрыться. И тут мне дает лося. И, по-моему, сейчас вот, вот. Еще один очень важный момент. Открывается планка, именно поэтому я не вышла. То есть, помните, у нас планка была по 8134, и вот уже появились заявки, то есть планка открылась. И я прям верила, что мы пойдем, поэтому я не закрывалась. Плюс объем относительно небольшой. Сейчас секундочку. То есть, если бы я очень верила, я бы туда, конечно, тысяч. 10 закинула но уже сталкиваюсь с такой проблемой что мои мои э -э заявки не вывозят рынок чуть-чуть перемотаю мы торгуемся часть объема я скинула где-то тысячу. Чтобы зайти по другой цене. И плюс параллельно я подобрала, сейчас покажу. ГТРК. <coughs> лютейший неликвид. Жесточайший просто неликвид, сами видите. То есть в принципе, 300-400 лотов это не очень большой объем по 50 копеечной акции, но на, на ГТРК при условии того, что сжатие стакана X5 это очень-очень опасный такой момент. То есть тут надо быть аккуратными. Плюс я еще пыталась дополнительно до зайти. Детский мир пока болтается в минус 200 пунктов. Сейчас секунду. Я хочу добавиться в позицию по ГТРК, пока не кроюсь, потому что думаю, что мы еще сходим. И плюс, если обратите внимание, вот прям видно по Сберу, у нас еще рынок как бы не начал отскакивать. То есть ГТРК, он плюс-минус на корреляции тоже работает. Поэтому сильно там котлетить, конечно, варианта особо не было. Добавила еще лотов где-то 25-30. Вот я не помню, я здесь буду добавляться или нет, наверное, нет. А, поставила F, чтобы по плохой цене закрыть объемы. Так как рынок еще не отскакивает и я побоялась что мы сейчас еще ниже пойдем тем временем а, если обратите внимание а плюс я еще заходила по самолету ну по самолету это вот как раз тоже подбор а, пролива поиск отката в итоге самолет сегодня меня откатила не я его почти вкатила ситуация сейчас дтрк досмотрим вот чуть-чуть меня закрыла весь объем к сожалению не выставила но ничего страшного еще плюс по пулименталу зашла Вот. А, по итогу, да, все еще не откатывает. А вот я добавилась. Вот, вот пошел откат, получается. И я уже дополнительно добавилась. Часть объема мне закрыла, и я еще добавилась. Чуть-чуть буду листать, чтобы мы с вами успели посмотреть. Ну, Где-то пунктов э, там. 270-300 удалось закрыть. По детскому миру тоже все-таки пошли выше, вот тоже в моменте. Я максимум могу где-то три инструмента одновременно торговать, у которых пустые стаканы. То есть, если стаканы плотные, я вообще не переживаю, спокойно стою. Ну, вот здесь вот по детскому где-то пунктов 250 сейчас прибыли показывает. Он еще вкатывает. Перетянула. В итоге сейчас походу закроюсь. Самолет по итогу так и не пошел. рисовал мне лося. Ну, ГТРК в итоге я закрыла, как и говорил, где-то там пунктов 300. Сейчас вот буду закрываться. А, я не поняла, что такая скорость маленькая. Сейчас я, по-моему, в 3000 выйду. Или да, или нет. Ну, то есть, уже тоже спуфят. 3000 поставил, убрал. Ну, такое себе. Хотела на переставление как раз закрыть, То есть, если бы он кинул по рынку, еще сверху можно было бы заработать. Да, в итоге я вышла. То есть, у меня стоп был. Это грубо говоря, плотность. Такая условная точка. Ну и, собственно, здесь я вышла. Очень жесткая сделка на самом деле. Сейчас покажу именно ту сделку, на которой в итоге я вытащила 100... Ну, по итогу вышло в плюс 170 тысяч. Сейчас я ваши вопросы почитаю. Так, Арен, привет. Добрый вечер. Не успел раньше зайти. Окей. Так. А что? Так, столько рублей в месяц хватает с таким курсом доллара? Или на такси? А дети есть? А нет? Мои дети это мой проект. Нету. Я вообще никак не переживаю по этому поводу, поэтому мне столько одной ну, вообще за глаза хватает. Естественно, остальные деньги уже там распределяю. Если вы не смотрели мою рубрику «Трейдер инвестирует», тоже посмотрите. Каждый месяц я там 10 тысяч куда-нибудь закидываю сейчас. Сейчас скину, чтобы вы подписались. Уже проинвестировала порядка порядка, сейчас скажу, 47-я неделя, то есть 470 тысяч рублей я проинвестировала публично, не считая тех денег, которые у меня были на инвестиционном счете. Но также за мной можете следить в Тинькофф Пульсе, как вариант. Ну, вообще я все скидываю, потому что и крипта, и фонда, все у меня в этом канале опираясь только на заработок с трейдинга, за какой период сможешь квартиру в Москве купить? Если бы у меня стояла такая цель, я бы там в прошлом, позапрошлом году бы уже купила. Не приходят на ум какие-нибудь так трейдинги, которыми можешь поделиться. Я уже скидывала такие сделки. Или 100к в день? Совсем поняла. Ну я же за день заработала, я же не... Ну, то есть мне для жизни 100 тысяч хватает рублей, а так, в принципе, сотку свою я делаю. Uh, я очень много трачу времени на див диверсификацию. То есть uh, у меня часть лежит, допустим, в крипте, часть в долларах, часть uh, инвестирована в акции. Единственное, что у меня нету облигаций. Вот облигации я хочу uh, прям хорошо так затариться. То есть uh, большую часть денег, там ни одну, ни две, ни три сотни тысяч рублей, прям потратиться закупить первую пачку облигаций и докупать, докупать, докупать. Возможно, купить с, плавающим, с плавающей ставкой. То есть, зависит от ставки Центробанка. В общем, посмотрим. Но суть того, что деньги все-таки должны работать. Я не считаю, что деньги должны просто у вас лежать. Не, есть, конечно, деньги, которые у меня лежат под подушкой, но Большая часть работает сама на себя этих денег. Так, я хочу вам показать сделку, которую я по детскому миру слоев-то по итогу взяла. Сейчас я не помню, где она. Слышу сама себя, потому что стрим в закрытой группе. Проводила, сейчас найду. Вы пока задавайте вопросы. Сделок очень много. Все, конечно, не покажешь. Если вы посмотрите вот по сделкам, у меня порядка. Это еще не хватает. Ну, где-то 1600 у меня здесь сделок. А, нет, вы не видите, Я сейчас сделаю вот здесь вот цифра то есть очень очень много детский мир алрос лсрг гтрк евро и вот евро где 50 тысяч я отдала так сейчас найду Посмотрим последнюю сделку и я буду завершать, ребят. Лучше делать короткие стримы. Хотела на полчаса сделать, в итоге получилось на час. Но есть что показать. Сейчас покажу. А, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Тут, конечно, лю люто на такой объем стоять. Ну да ладно, сейчас покажу. Так, еще по Абрау закрыла где-то 19 тысяч. Но давайте посмотрим на... Вот. То есть я увидела какие-то интересные покупки, я зашла. Вот так вот давайте сделаем. Вот еще по самолету тут интересно тоже будет. А... Зашла пока на, грубо говоря, первую пачку. Ну, 700 тысяч лотов это нормально. Дальше. Добавляешь в позицию. То есть явно пошел какой-то памп, плюс другие скальперы увидели, что пошли покупки, в том числе мои, и они решили запампить. А я в ожидании того, что цена, ну, возможно, кто-то захочет еще выкупить, плюс рынок хорошо держится. Это, знаете, вот э, тот вид сделок, который очень сложно объяснить, выставлялась на прострел. В итоге, подставляются мелкие плотности. Это, возможно, спуферы, возможно, нет. хочу добавиться в проедание вот этой плотности. 6000 В итоге вся цена вкатывает. Параллельно я шарчу самолет. Потихоньку закрываюсь. Давайте вот так вот сделаем. Дурацкая привычка давить единичками двоечками, ладно. Тут я уже начинаю потихоньку прикрываться. И вот тут вот стакан вообще стал пустющий, то есть большинство скальперов закрылись, и тут я уже спокойно выхожу сама. Сделка сложная, сделка непонятная, сделка на объем. И такие сделки сложно торговать. Сейчас вернемся к... к концу сделки. Уже последние 1200 как закрывала. Был шанс, что эту плотность проедят, но мы уже неплохо таки выросли, при условии того, что это обеденное время, 13.53, сейчас показывает в записи. Ну, тут я уже вижу, что пошли продажи, поставили 3000, и я уже решила закрываться. Потому что сверху стало несколько плотновато. Хотела последний объем попробовать вытащить, но опять же продажи не закончились. Так, и теперь... А... И теперь как закрыла самолет. Давайте посмотрим. Тут, по-моему, в записи не будет. Да, не будет. Сейчас посмотрим по сделкам. Где самолет. 13. Детский мир, самолет. Ну вот, я получается вот здесь вот э, самолет закрывала. Вот эти вот сделки. Обраудюрсовую. Ну вот, последние, кстати, объемы. Неплохо закрыла 50-70-60 пунктов. Это прям выше ожидаемого. Я думала 30-40 получится. Но рынок подсобил. Вот и собственно на этом основные такие сделки было взято 176 тысяч. Комиссии, конечно, набило очень много, но такое бывает. При условии того, что утро начиналось в минус 50 тысяч. По тупой причине абсолютно результат более чем достойный. Так. А как называется ситуация, когда одной заявкой сметаются несколько уровней цены в стакане? Как можно проанализировать такую ситуацию? Это пробой? Это пробой новостной, либо там, не знаю, кто-то закупается, либо стопы сняли. В любом случае, это пробой. Спрогнозировать никак. Мы по факту смотрим в основном. С FTX-ными деньгами окончательно попрощалась. Не знаю, посмотрим, что будет. Я думаю, это не один, не два, не три года. Очень сложно получается поднять объемы. Боюсь слить депозит. Как посоветуешь работать над этим? Задай себе вопрос, почему ты боишься слить депозит? То есть, если ты сольешь депозит, э, Арен, что произойдет? Допустим, половину депозита сольешь. Ну, то есть, что произойдет? Э, вопрос скорее в том, то, что если... А, ты уже живешь, по сути, с рынка. Тебе есть вариант, если есть какие-то долги, если есть какие-то материальные потребности, типа там, ну, компьютер ты уже благо проапгрейдил, и это дает уже свои плоды, позакрывать все долговые обязательства, снять максимально с себя финансовые, любые вот такого рода обязательства, которые могут давить на вас как на трейдера. Вот это сделать, постараться в первую очередь. И э, по сути нужно стараться регулярно выводить на какие-то там вещи для себя. Просто написать банально список. У меня раньше был список. Вплоть до того, что там, не знаю, солнечные очки купить, грубо говоря. Когда-то я на первый вывод денег с подразделения, то есть то, что ученики зарабатывают, платят компании. Опа, поляметалл кидает по 2-3 по тысячи. Но тут никак не возьмешь, шарта нету. Будем наблюдать. Вот такие тики можно брать. Это халявные точки входа, но шарта здесь нету. А, купила себе как-то часы Apple Watch. Вот. Сейчас уже планирую в будущем немножко еще с собой договорюсь, купить машину. Полиметал перестал кидать. Вот. Ну, определись с тем, что бы ты хотел. Через какую платформу торгуете? Привод Бондаря, который работает только через трейдинговую компанию. Как для себя инструменты для торговли выбираешь? По каким критериям? У меня 36-38 инструментов стоит. Мне их с головой хватает. <связь> чтобы что-то донайти. найти. В основном это стоят ликвиды, реже не ликвиды. По неликвидам мне подсказывают ребята в команде, я их ставлю. У меня в основном ликвидные инструменты стоят, типа Роснефти, нефти Сбербанка, Лукойла, там Алросы. Вот сегодня новость вышла по детскому миру, детский мир поставила. Ребята подсказали, им огромное спасибо. Тоже, кстати, дополнительный заработок, э, по сути, с того, что я... у меня нету э, 20 глаз для того, чтобы там 30, чтобы мониторить все ситуации. Ребята подсказали, я поставила, смотрю. О, действительно, вариант. А 4К Моник норм с графиками работы. Глаза сильно устают, с проекционным аппаратом не торговала. Это уже какие-то приблуды, для выпендрежников. Я не знаю, нахрен это надо. Можно узнать, сколько у вас курс стоит. По поводу обучения, сотрудничества, других вариантов каких-то, если что-то рассматриваете, по всем вопросам, пишите в личные сообщения, мои контакты в описании. Здесь мы стараемся на стриме больше времени уделять каким-то интересным ситуациям. А так все расскажу, покажу. Так, привет, трейдер, я на детском сегодня утром потянул. Сколько пунктов вытянул? Сколько удалось? Алена интересует состояние нервной системы при различных методах торговли. Кто посидеть быстрее, скальпер или спекулянт со сроком сделок до двух месяцев? Скальпер, конечно. Странно, что такие вопросы вообще возникают. Скальпер. Очень тяжело. Я всего 4 года в этой сфере, но я уже так чувствую себя старой для всего этого. Слишком старой для всего этого активного. Вот так это ощущается. Даже если будет 20 глаз, они будут смотреть примерно в одну точку. Не совсем, Дмитрий. Не соглашусь с тобой. Салюты пускают. А неоднократно уже убеждалась в том, что команда помогает увидеть какие-то интересные ситуации. И это, наверное, главное мое приобретение, которое сейчас мне помогает развиваться. Потому что бывает банально лень. Но когда ты видишь, что твой ученик зарабатывает 20-30 тысяч, а ты такая, сидишь, и тебе лень, ну, немножко, знаете, стрёмно становится. Тут уже идет вот такого рода мотивация, когда финансовые все потребности перекрыты, немножко по-другому начинает восприниматься вопрос э, заработка. Так, ребята, еще минута. На последний вопрос отвечаю, Олега. Когда ты поняла, что понимаешь, что происходит в стакане, сколько времени ушло на это понимание? Вопрос к тому, чтобы разобраться в техническом аспекте, потратил год, но понимания еще нет. Год это очень много. За полгода-год у вас должны были уже, по идее, быть первые результаты 2-3 тысячи минимум в день. Если у вас нет команды, то тогда вопрос стоит в команде по-любому. И в нормальном обучении. Если вы сами там что-то пытаетесь, но ну, так можно и 5, и 10 лет просидеть. Тогда, в принципе, понятно, почему так происходит. По-любому нужно с командой, потому что практика решает. А теорию почитать это там две недели. Перезаходил раза три на детском, в общем, по, 20, по 200 пунктов три раза. Круто, 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 круто. Я в последний момент поставила. У меня за полгода получилось. Я говорю, полгода-год. Вот если через полгода у вас нет прогресса, делайте вывод. Если через год нет прогресса вообще никакого, то здесь уже нужно задаться вопросом, нужно ли вам вообще трейдингом заниматься. Так. Так что подумайте, если такой момент есть. Если вы, конечно, без обучения сами там что-то кликаете, ну, видимо, кто-то вот телек смотрит, там, фильмец какой-то, а кто-то проводит свой досуг э, немножко лудоманя, там, на какие-нибудь копейки. Бывают и такие люди. Бывает для кого-то это просто отвлечение от рутины, от э, бытовых обязанностей. И на этой прекрасной ноте, ребята, я завершаю. Всем спасибо, что присутствовали. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Телеграм. Два телеграмма у меня в описании. Если есть вопросы по обучению, пишите ВКонтакте. Вот отвечу: как смогу у меня сегодня тренировка через час, поэтому я побежала. Занимайтесь обязательно своим здоровьем, потому что трейдинг и сидячая работа никого не щадит. Всем до связи, всех обняла, всем пока!